Кандидат в президенты Салтанат Турсунбекова продолжает агитационную кампанию в Шымкенте. В ходе своей поездки она посетила швейную фабрику. Сотрудники озвучили ряд проблем, касающихся деятельности предприятия. Среди них острый дефицит кадров и высокий подоходный налог. Отмечу, фабрика функционирует с 1995 года. Там трудится порядка 250 человек, из них больше 95% женщины. Они шьют форму для казахстанских военных, полицейских, школьников и медработников. Также товары экспортируют и в Россию. Несмотря на все кризисы, несмотря на пандемию, которую пережили все, производство держится. Правда, с большим трудом, но это производство сегодня держится. И можно назвать, что это казахстанский бренд. И их изделия, они востребованы населением. Эту фабрику возглавляет женщина. И много лет наравне с мужчинами она выстаивает все эти трудности.